Здесь готовят профессионалов экстра-класса. В Челябинской области продолжается 8-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В этом году он собрал 720 участников. В программу было заявлено 65 компетенций. Как в политехническом колледже проходил конкурс по управлению локомотивом, расскажет Павел Берсенев. Где, как не в политехническом колледже, проводить конкурс на лучших машинистов? Здесь собрано оборудование, которое дает возможность досконально изучить локомотив. Тренажеры даже позволяют виртуально путешествовать по железнодорожным путям. Но важна не только материально-техническая база. Без грамотных преподавателей она не имеет смысла. Чемпионат молодых профессионалов – отличная площадка для повышения профессионализма и педагогического состава. Многие из сотрудников политехнического колледжа входят в число экспертов чемпионата. Мы развиваем свое профессионально-педагогическое сообщество, выращиваем молодые кадры, даем возможность преподавателям повысить свою квалификацию и подтвердить уровень либо сертифицированного эксперта, либо эксперта с правом оценки и так далее. Поэтому, конечно, наши сотрудники работают на этих площадках в разных ролях. Знать правила технической эксплуатации, определить неисправность колесного центра, ориентироваться в устройстве, уметь оказать первую помощь, устранить ЧП и, конечно же, управлять локомотивом. Вот неполный перечень того, что должен уметь настоящий профессионал. Год от года задания проще не становятся, скорее наоборот. Задания становятся сложнее конкурсантам, ну и, соответственно, видим, что еще и подготовка начинает расти. Это все зависит, в принципе, от учебных заведений и тех преподавателей, которые там находятся. Но и очень много прилагают, конечно, усилий, это наши конкурсанты. Им надо очень много знать источников, перерабатывать их, ну и, конечно, запоминать. Но это их не будущая профессия, то есть мы их заранее готовим к этой профессии, им будет уже легче. В этом году соревнуются в управлении локомотивом 9 человек из Магнитогорска, Челябинска, Златоуста и Тюменской области. Сейчас проходит задание Дмитрий Еромов, студент 4 курса Челябинского профессионального колледжа. Практически за каждым участником закреплен наставник-эксперт-компатриот. Готовил Дмитрия его преподаватель Валерий Полунин. Мы его, можно сказать, готовили с 3 курса, то есть с прошлого года. Которые ребята у нас в прошлом году участвовали, он тоже ходил вместе с ними, присутствовал, когда какие опросы, какие что мы тесты вели, готовили тех ребят. И как бы у самого желание такое, что участвовать в областном конкурсе «Волстинск». Напомним, что по итогам конкурса лучшие из лучших получат возможность войти в сборную страны и защитить честь города на международном уровне. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.